У ефірі програма «Новин регіону» у студії Арина Мельщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. На повну моц. Новий сучасний цех працює на підприємстві «Могилів-Хімволокно». 90 тисяч рублів планується видаткувати на консервацію княжецького костюла по програмі «Культура Білорусі». Сучасну пропускну систему встановили у Могилевском областном лицее. Укоренення передового опыту ведущих сельгазпредприемств и новых технологичных подходов. Это складывающая эффективность работы любого керовника. И про это казали подчас практичного семинара на базе Бялинского района. У колгас Ради мы запросили молодых специалистов, которые находятся у резерве кадров на посады керовников сельгазорганизаций. Подробности у Олеси Рыбалка. Гэта спецыялісты, якіх ужо заўважылі. Яны годна працуюць у сваіх сельгазгаспадарках і паказваюць пэўны вынік. Перайманне вопыта суседзяў заўсёды важна, адзначае старшыня Магілёўскага аблваканкама Леанід Заяц і прыводзіць прыклады. Зара, Дабраволец, Радзіма, сельгазпрадпрыемства Магілёўшчыны, знаёмства з якімі для любога з прысутных будзе каштоўным. Гэта і ёсць праца над сабой, імкненне наперад, выпрацоўка лідарскіх якасцяў. Я хацеў бы, чтобы у нас такіх школ опыта Могилевской области было больше, чтобы через некоторое время вот эти резервисты, те люди, которые претендуют сегодня на высокие должности, на руководителей, сами стали такими, как эти учителя. Я искренне желаю удачи. Калгас Радзіма – лідар не толькі в області, але і одна з лепших сельгазорганізацій Беларусі. Тому присутні імкнуться почуть кожне слово керівника. І на машинном дворі, де ніколи нема неадремонтованої техніки, і на фермах, де чистіняє порядок. Взяти на карандаш заметку, по крайній мірі, робота з персоналом. Количество персонала, качество роботи персонала. Также некоторые сделанные выводы будем пытаться ввести это у себя в хозяйство. Очень ценный опыт, ведь это все-таки хозяйство непростое. Оно на слуху, оно в лидерах постоянно. Есть уже наработки, которые я для себя пометил, которые будем, по крайней мере, со своим руководителем внедрять в дальнейшем. Керовник господарки Александр Лопатентов открывает секреты. Чому колгас не притримливается одной конкретной специализации? Як стимулюют добросумленную працу работников? Як удается будовать новые фермы? А их у Радиме уже 8. Вось и гэту у старым селе узвели усяго за 4 месяцы. У ближайший понеделок сюды уже поставить 540 голов живелы. И, як не дивно, не с удоями тут связывают поспех, а с финансово-экономичным планованием. Хватит нам смотреть удой на корову или даже какие-то цифры. Нам надо сегодня валовое производство, качество реализации. Значит, мы работаем. Поэтому себестоимость затраты для нас – это первое на сегодняшний день. Я проводил цифры, которые позволяют нас убедиться в том, что 31% рентабельности и тот же самый 4,2 миллиона рублей прибыли – это уже о чем-то говорит. Такие семинары-практикумы – традиция на Могилевщине, и яе будут подтримливать для ураджения у новых идей и опыта. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, «Новин региона». Больше за 70 тонн полиэфирного волокна у сутки вырабатывает новый сучасный цех предприемства «Могилев-Хімволокно». Открыли его 3 месяца тому в рамках реализации буйного у Беларуси инвестиционного проекта. Новую продукцию поспехово отгружают в Россию, Турцию, Италию, Германию, Словению и Польшу. Гэта принципово новая технология вытворчести полиэфирного волокна, запевнивают могилевские химики. Тут полностью выключена стадия гранулявания, что становчиво уплывая на себе кошт продукции. Если на старых производственных технологиях это было волокно, произведенное из диметилтерефталата, то здесь с терефталевой кислоты, что полностью исключает одну из цепей основного производства и, соответственно, дает большой экономический эффект. Данный вид продукция очень востребована. Могилевское полиэфирное волокно використовують на вытворчості товаров для гигиены. До прикладу, одно из российских предприятий начало выпуск вельготных сурветок. Так само с этого волокна вырабатывают коудру, використовують у дитячих мягких цацках. На Могилевском волокно докладняют, основную частку продукции они поставляют на экспорт, а так само постоянным белорусским споживцам. Самое современное производство полиэфирного волокна
Оборудование и технология были закуплены у одного из мировых лидеров по производству полиэфирного волокна. 3 месяца работы показали, что мы в состоянии на этом оборудовании получать самое качественное волокно, необходимое производительности. Волокно пакують во власній бігбегі і навіть обв'язочна стужка – власне з відходу полімера. Зараз Могильове волокно рихтується до другого етапу модернізації. Будинки, які були на консервації чи у аварійному стані, знесені. Пляцовку для будівництва нової витворчості підрихтували. Тетяна Сергійчик, Олександр Тарасов. Новини регіону. Больш за паўсотні зваротаў ад жыхароў Магілёўскай вобласці паступілі на вялікую размову з прэзідэнтам 1 сакавіка. Па ўсіх пытаннях, паведамляюць мясцовыя ўлады, вядзецца праца, даюцца тлумачэнні, прымаюцца рашэнні. Напрыклад, магілёўскі экскурсавод Алег Д'ячкоў спытаў пра лёс помнікаў архітэктуры Магілёўшчыны, княжацкага касцёла і будынкаў у гістарычным цэнтры Магілёва. Костел у княжицах вядомы на Могилевшине помнік архітектури. Каменний домініканський костел, які побудовали у середине 18-го стагоддя у аварийном стані. Работы на ім не ведутся і пакуль докладно не плануются. Лёс гэтай выбітнай будыніны хвалює громадскасть. І калі мы не захаваем гэты помнік архітектури, то на трасі Могилёва-Березіно на протягу 100 кілометрів просто-напросто не буде чого людям показати. Ні туристам, ні самим могилёвцам. Проблема з захаванням помніка архітектури найперш грашова. Навіть тільки консервація каштує зашмат. Перші кроки у гэтым кірунку можуть бути зроблені у наступному годзе паводле державної програми «Культура Беларусі». В Могилевском районном бюджете на 2020 год планируется, что будут выделены деньги в размере 90 тысяч рублей. Это большие деньги, на что их хватит? Это, конечно же, не большие деньги, для района большие деньги, но для выполнения тех работ, которые необходимо здесь провести по консервации данного объекта, я думаю, этих денег должно хватить на проектно-сметную документацию по этим видам работ. Магілёўскаму райвыканкаму потрібна допомога в області і республіки. Паводле отказу на запит Олега Д'ячкова, районним уладам доручено розглядіть махчимость притягнення сродков з президентського фонду по підтримці культури і мастацтва, а так само спонсорських грошей. А княжицький сельсовет заклопочений і безпекой людей. Зараз ви бачите здымки у княжицах 5-годовой давніни. За тим часом ми ще могли увайсти у костел і зняти решти былої розкоши. Тепер навіть подиходять до стін. Вельми небезпечно. Понятно желание людей прикоснуться к истории, намоленное место. Но, тем не менее, последние несколько лет оно стало крайне опасным. Буквально вот свидетелем был 2-3 дня назад, как падал кирпич с парапета, вот того, как видите сверху. И некоторые люди, не понимая этой опасности, приезжают сюда, чтобы то ли сфотографироваться, то ли более того, бывает даже и свадебные кортежи подъезжают, но уже в последнее время не заходят, потому что видят это. И, пользуясь случаем, хотел бы обратиться. Люди, будьте внимательны. Так само у звороті на вялікую размову з президентом узгадувалася гістарична забудова у центрі Могильова на вулиці Лазаринки. 3 дамы там – частка гісторико-культурної спадщини города. У кожного з їх свої власники, свої проблеми з ремонтом. Звонку гэта усе виглядає саправды неахайна. Однак у отказі заблвиконкама адзначена, що захаванасць будинком знаходиться на контролі городської улади. Ілона Іванова, Юрій Оласцов, новини регіона. Галоўнае краязнаўчае свята Беларусі фэст экскурсаводаў днямі распачынаецца па ўсёй рэспубліцы. На працягу некалькі дзён гісторыкі і проста зацікаўленыя людзі правядуць каля 300 экскурсій не толькі ў Беларусі, але і за мяжой. Не абышоў фэст экскурсаводаў і Магілёў. Цунамі на Добравенца, Магілёўскі патоп – гэтую трагедыю называюць па-розному. 10 красавіка 1942 года рака ў цэнтры Магілёва выйшла з берагоў. Па неафіцыйных даных загінула каля 2000 жыхароў. Дагэтуль засталіся магілёўчані, якія памятаюць тыя жудасныя падзеі. Мы стали наверх, на гору, вот так, как эта гора. І все это уже на наши, это минуты. Ну, пускай, может, минут 20 прошло, і как это все... Ментально ушло. Такой потоп был. Большасці сведкаў ўжо няма, але цікаўнасць да падзеі жыве дагэтуль. Магілёўскаму цунамі прасвяцілі першую экскурсію фэсту экскурсаводаў. Каля сотні магілёўчан вырашылі прайсці па мясцінах, якія калісьці былі пад вадой. Гэта вельмі незвычайная падзея. Каб такая дастаткова мірная невялікая рэчка стала прычынай з такой колькасці ахвяр, гэта в прынцыпе нонсэнс. Адпаведна, гэта як феномен цікавы для вывучэння гісторыі Магілёва.
Бесплатные экскурсии под час акции «Фест экскурсоводов» пройдут с 13 по 17 красовика у Климовичах, Бобруйску, Крычеве и Могилеве. Больше подробязная информация на сайте «Феста экскурсоводов». Дарья Семенько, Виталь Вопсев, новини региона. Сучасную пропускную систему установили у Могилевском областном лицее. Она позволяет сделать больше безопасным научный процесс, а так само просто отказать на батьковское питание. Те было их дитё на занятках на огул. Цікаво, что сами учени удосконалили электронные двери. Як? Доведаемся сюжета наших корреспондентов. Теперь увайсти у лицей и пойти до дому вучни смогут только по специальных пропусках. На уваходе у навучальную установу стоит турникет. И как его разблоковать, треба прикласти особистую картку. Информация по СМС одразу поступить батькам на мобильный телефон. Вучням система сподобается. Таким чином яны отшивают себе больше отказно. Мне нравится данная система, потому что, мне кажется, она сделает лицей гораздо безопаснее и родителям будет более удобнее отслеживать местонахождение своих детей, то есть когда они вышли, в какое время покинули заведение, вошли, то есть они не будут лишний раз волноваться. Ну вот. То есть ты считаешь, что это хорошо, да? Ну да, это хорошо. Наведвальники гуртка технічнай творчасці пайшлі далей і зрабілі сваю ўласную сістэму пропуска. Для гэтага ім спатрэбілася картка з метрапалітэна. Электрамагніт, дапамога настаўніка і кемлівасць. Ідзея прыйшла дастаточна даўно, когда мы, как так сказать, в этот кабинет заселились, была идея создать электронную дверь, но непонятно было, как это реализовать, какую идею. То можно было сделать это с пин-кодом, можно было, например, сделать сканер отпечатка пальца. Но когда в лицее появилась система доступа, все стало понятно, что можно использовать просто карту. Это послужило путем создания вот такой системы у нас в кабинете. Сейчас система находится в заблокированном доступе, то есть электрозамок он закрыт, но закрыт до того момента, как вы приложите карту доступа. Ну вот карта доступа, прикладывайте, принципе, дверь открыта. Система пропуску працуе уже у нескольких могилевских научальных установах и у планах обсталевать таким чином усе іншие. Сергей Пеклин, Александр Арсемьев, новини региона. Сім команд з Росії і одна з Могильова. Гэта традиційний склад удельників дитячого турніра «Інтербаскет». Покидать м'яч у кольцо штогод збираються юні баскетболісти з городов-побратимов. За 16 год існування турнір набув великую історію. Гуляв на «Інтербаскеті», трапив у мацнейшую лігу світу NBA. Гэта про літовца Міндгауса Кузмінскаса. Ён гуляв тут на перших турнірах. Зараз сярод удельников у основном российские команды. На их фоне сборная Могильова выглядит выдатно. Первые встречи переможные. Мне хотелось всегда поиграть, защитить свой клуб и поиграть с хорошими командами. Две игры сыграны, как впечатление от турнира? Команды неплохие, мы хорошо играли. Будем надеяться, что оставшиеся игры пройдут так же. У своем возрасте Тимур один из талановитых игроков Беларуси и имеет шанс сделать добрую карьеру баскетболиста, как это отрывалось у других могилевчан. Андрей Агеенко, Денис Пастухов, Илья Попков, Артем Сикушенко. Все могилевские, все прошли этот турнир. Все до одного. Зараз Брэсфен рыхтуется до стадии плей-офф чемпионата Беларуси, а 14-годовых подлетков на «Интербаскете» чекают заключные гульни турниру. Яны пройдут у четверг. Больше подробязно про турнир «Интербаскет» глядите у информационно-аналитичной программе «Днями». Да, плюс 13 градусов прогнозуется на Могилевщине у четверг. Будет облачно с прояснениями, без опадков, кажут синоптики. Але у той же часу ночи минусовые температуры и на протягу суток полночно-усходний ветер. По-ранейшему уплывая в область повышенного атмосферного тиску. По прогнозе, у пятницы станет крыху холоднее, слупок термометра у день незначно опустится. Чекается от 7 до 12 с плюсом. А у ночи еще заховается минус, и ветер прыгнет снова порывистый до 14 метров за секунду. Зато и без опадков. У субботу так само облачно с прояснениями, без истотных опадков. Але ветер порывистый идет, и слупок термометра еще крыху снизится. Чекается до плюс 11 градусов. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogilyov.by, так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только добрых новинов. До встречи!